Власти Камчатки вдвое снизят налог для туркомпаний, организующих легальные морские туры и экскурсии в регионе. Речь идет о фирмах, оказывающих услуги морских пассажирских перевозок на основании лицензии Минтранса России и состоящих на учете в Российском морском регистре судоходства. Соответствующие поправки в региональный закон о транспортном налоге накануне подписал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Принятый закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Подробности на сайте краевого правительства.